Миледи. Привет, миледи, привет, красотка, привет. Она еще не проснулась. Глаза закрыты, Елена сидит. Лолочка. Лола. Лола-болтушка. Зевает Лолочка. Лола. Где твой кавалер? Лолочка. Лола. А вот бегает миледи. Нет, миледи вот лежит. А, вон, Рокки и Аслан, смотри, вон идут. Ага. Мордахами трутся. Аслан тоже, глянь, как подрос. Подрос, да. Ой, какой зевун. Зевает. Лолочка. Лола, девочка. Лолочка. Аслан. И руки. А миледи перекличку затягивает. Стервуля поддержала, да, по-моему? Там стервуля поддержала. Подожди, это стервуля так орёт, что ли? А кто ж это так орёт? А, это Каюшка. Это Кай, но его тут не видно. Вот он, вот он. Каюшка. Это Кай, это уж так стервуля орёт. Она тут была. Просто. Да, это Кай, значит. Угу. Это Каюшка орёт. Подошёл сюда. В кустиках, да. А я думаю, так мощно, неужели стервуля? Такая мощь. Просто стервуля там лежала, и мы подумали... Воды нет совсем. Воды в поилке нет. Сейчас пойду попрошу, чтобы попросим воды сотрудников, чтобы налили водичку. Чтобы налили воды, ну как это воды нет? Пустая поилка, да. Угу. Попросим, чтобы налили. Все, успокоились. Все. Кай мощно, да, так затянул? Да, так. Вот она, Лолочка. И прихрамывает до сих пор, да? До сих пор, да. Угу. Ну, побежала, побежала куда-то. Аслан, миледи. Тигрули. А вот это белый, это царь там далеко? Белый? Вон белый. Там, лев. Где тигрули, там, видишь, рыжий левик молоденький, белая львичка. Ну, большой, вот сюда смотри. А большой это царь так и говорю, принцесса. Царь. Да, белый царь я и принцесса. Говорю, да, царь. В другом вольере. Угу. Она отвернута, он сюда смотрит. Да, да, да. Миледи. Холодно утром, потому они вот как-то, да, наверное. Лолочка порыкивает. Каслану заигрывает, смотри. Играется. Заигрывает Каслану. Ага, смотри, Аслан, а там же Кай с Чоли. Он с Чоли прошел. Кай с Чоли, да. Думали, один Кай, а вон с Чоли-то, глянь. Вот. Тут трудно заснять, тут кусты. Вот они, Кай и Чоли. Угу. Вон они. Я что-то думала, он один, а ее не видела. Не-не-не, Кай с Чоли, вот они. За кустами тут не видно. Да-да-да, они же рычали тут. Вот они, Кай и Чоли-то. Вот они. А там Аслан нагрызался на Кая, видишь? А, понятно. Лолочку защищает свою.